Первый экипаж тысячник з'явился на Брестчине. Экипаж комбайна СВК «Снитова Агро» у складе старшего машиниста Анатолия Вороновича и машиниста Рыгора Дашкуна за 5 уборочных дзён намолотил больше за 1000 тонн зерневых. Уже 6-й сезон запар водители Анатоль Воронович и Рыгор Дашкун на час жнива меняют автомобили трактор на кабину комбайна. Працуют злажено и поспехово, тем более, что и попрацовать есть за что. Среднедневный заработок снитовских хлеборобов от 1,5 миллиона до 1,8 миллиона. Победы не бывает легкими. Рабочий день начинается тогда с утра. До с утра это примерно где-то 6 часов с обслуживания. Самое главное – это обслужить комбайн. Зерновые в этом году хорошие. Вырошивание зерни – одна из самых важных стратегий снитовцев. На уборочной площади амаль у 1300 гектаров все летний урожай особливо радует. Свыше 50 центнеров с гектара. А урожайность ячменю на одном из участков досягает навод 70. Дякуючи агульной зладженной працы на суперсучастный зерноток господарки, штудена поступает до 600 тонн зерня. Результаты на уборке радуют, потому что есть команда. Команда, которая работает на этот результат. Служба механизации, служба растениеводства и непосредственно исполнители. Потому что сегодня без той цепочки работ, которая проведена на этом хлебном поле, невозможно комбайнеру молотить до 150 тысяч тонн зерна в сутки, в день, скажем так. Это надо, чтобы комбайн работал как часы, скажем так, и чтобы было поле как стол, ровненькое, без сорняков и с хорошим полосом. Ну, слава богу, у нас это получается. Подяковать снитовским тысячникам за выдатную працу прямо у поля приехал старшиня областного выконкама Константин Сумар. Тут на працовном месте снитовские герои жнива отримали из рук керовника в области гоноровую грамоту облвыконкама и грошовую премию. Что ж тычется агульной статистики, то сегодня Брестчина убрала четверть всей площади зерневых и зернебобовых культур. А это 85 тысяч гектаров. При средней урожайности 40,5 центнеров намолочено больше за 343 тысячи тонн сбожа. Хлеб очень хороший, вырос у нас в Брестской области. Я думаю, что те задачи, которые перед нами ставит наш президент, мы обязательно выполним. Да и вот те посевы, которые мы убрали зима, рапс, они тоже дают уже нам более 27 центнеров с гектара. Это в нас только, впереди нас только одна Гродненская область на пару центнеров, а остальные далеко остаются от нас. Поэтому это говорит о том, что очень хорошо подготовили почву, удобрили почву, сделали защитные мероприятия и сейчас пожинаем плоды. Я очень благодарен, например, тем людям, вот всем нашим механизаторам, хлеборобам, будем так говорить, за тот огромный-огромный труд, который они вложили. Певна, гэтая невялічкая пауза ў спякотным жніве запомніцца снітаўскім героям надоўга. Пасля ўрачыстага віншавання – размова з кіраўніком в области абнадзённым. І, канешне ж, песня. Марыя Кобіц, Аліса Грыгарчук, Александр Дзіяченко, абласныя навіны, Іванаўскі район.